Всем привет с канала Камрад Майор. И новое видео у нас, это продолжение предыдущего видео из моделирования по посылке сайта Модельная лавка. Вот сейчас будет полноценный обзор немецкой субмарины тип 23. Значит так, модель в масштабе 1:144. Имеет артикул S004. Здесь указаны все данные производителя ICM. Также вот здесь показано, какой она должна получиться приблизительно цвета окраса. И здесь повторяет сам рисунок. Значит так, открываем коробку. Коробка у нас небольшая, но субмарина будет довольно длинная, то есть для 144-го это более чем. Она и в реальности была не особо большая, так скажем. Сразу обратим внимание на декали, то есть название, разметки, флаги можно сделать под три. Это ФРГ, СССР, те, которые передали на службу, и с Криксмарины. Думаю, будем делать именно историческую с Криксмариной, никто нас за это не поругает. По обзору литников, значит, у них тут какие-то свои наклейки, которые что-то дозначают. Литник у нас получается, что всего один. Так как модель максимально минимизирована, то есть две половинки корпусов и фурнитура. Даже можем сейчас с вами вот это отломить. Модель такая собирается вообще приблизительно за 20 минут. Вся ее сборка заключается именно в том, чтобы сделать ее максимально приближенную к реальной модели, к реальному прототипу. Вот она будет, получается, приблизительно вот такой. Здесь нам, кстати, и понадобятся зажимы, которые я заказал. Будет это работать приблизительно вот так вот все. Более чем доволен. То есть качество пластика ICM, оно значительно отличается даже от той же звезды. И я скажу, что я доволен полностью этой моделью. Может быть, кому-то она покажется маленькой, но нет, это вполне себе достойная модель. Имеет вот такую подставку в виде двух треугольников. Уже есть прорези для модели. То есть собрать можно даже, по сути, оторвав две модели от литника. И она будет стоять. Также у нас тут есть винт. Винт идет на штифте. Это все фиксируется в отверстие под винт. Но я думаю, даже можно запариться при желании с электроникой и сделать вращающийся винт. Отставим пока что от пластика. Так, и что у нас здесь по инструкции? Подводная лодка типа 23 ВМФ Германии, Второй мировой. Проекты лодок нового типа были призваны переломить ситуацию в подводной войне. Начали разрабатываться с конца 42-го. Внимание было уделено улучшению подводных качеств. Начиная с февраля 45-го, 6 лодок совершили 10 боевых походов, потопили 4 грузовых судна и несколько повредили без собственных потерь. 7 мая 45-го года потопило 2 парохода, ставшие последними победами подводных лодок Германии во Второй мировой войне. Значит, здесь у нас указано, что именно как нумеруется сам литник, и есть справка, вот, допустим, что не клеить, какую деталь приклеивать не нужно. Дальше нас здесь встречает внешний вид, как что окрашивать, как наносить декали. Значит, здесь нам не нужно красить,
Именно, точнее, не красить, а не нужно вклеивать две антенны. Но это, я думаю, нужно разбираться не на рисунке, а именно непосредственно на самих деталях. И здесь вот указана рубка, как сделать под ВМС ФРГ и ВМФ СССР от 47 и 57 года. Дальше у нас тут идут именно номера красок, какие нужно использовать от фирмы Model Master, и также повтор контактных данных фирмы ICM. Этой моделью я более чем доволен, буду ее собирать, потом же сборку можно будет увидеть в Инстаграме, и надеюсь, она вам понравится. С вами был Камрад Майор, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте обратную связь, мы на нее всегда отвечаем. Пока!